Я понимаю прекрасно, что здесь происходит в Украине. И я чувствую сердцем этот боль украинцев. Ту песню, которую я спою в полуфинале, я посвящаю всем, кто потерял своих любимых. Саид Джурди Абд Аллах. Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласкова. Кто-то выстрелил и вырвался крик. Что с тобой, моя любимая? В небесах искал подругу он, звал из гнезда, но молчанием ответила птице беда. Улететь в края далекие потеряв подругу верную, он стал одинок. И прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло счастье не спасло. Бела непоправимою эта беда, что с подругою не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал, и сложив бесстрашно крылья на землю. Я хочу, чтоб жили лебеди и отвел их стай, и отвел их стай. Мир добрее стал, пусть летят по небу лебеди.
людей. Спасибо. Истинный романтик Саид. На сцене «Украина має талант». Дякую. Дуже дякую. Саид. Да. У тебя сейчас возможность обратиться к твоим родителям. Они наверняка смотрят это выступление. Да, они смотрят. Я хочу сказать им, что я очень скучаю. Давно не виделись. Я жду этот момент, когда они приедут сюда, в Украину, чтобы они видели, Украина какая красивая страна, в которой все хорошо. И всегда так будет хорошо, я знаю. И я уверен в этом. Я очень надеюсь, что родители скоро приедут. Обязательно. Слава, как ты думаешь, удалась Саиду эта песня? Ну, безусловно. Наверное, именно поэтому я встала, аплодировала стоя. Конечно, я эту песню знаю с детства. И, ну, когда ты живешь в мире, ты не ценишь этого. Ты не понимаешь, что это такое, потому что ты не знаешь, как может быть по-другому. И то, что сегодня Саид исполнил эту песню, я думаю, что для многих нас она зазвучала иначе. У нас на носу важный праздник. Мы должны праздновать День Победы. Я мечтаю, чтобы мы его отпраздновали. Спасибо тебе, талантливый.